Мастер-класс по прыжкам на батуте в спортивной школе ИКАР начался с разминки и специальных разогревающих упражнений, а после ребята с удовольствием приступили к самой ожидаемой части занятия. Под руководством тренера они выполняли начальные элементы и учились технике прыжков на батуте и двойном мини-трампе, узнали, как правильно прыгать и приземляться на батуте, как остановиться, как держать свое тело и выполнять прыжок с группировкой. Помимо тренировки, дети поиграли в подвижные игры на ловкость и внимательность. Мне все понравилось, особенно когда мы тут вот на батутах прыгали. Вот все понравилось. Мне понравилось все. Но вот эта вот полоса препятствий немножко была сложной. А так я... очень мне понравилось. У вас получалось? Конечно, да. Да, очень. Им хорошо, и меня похвалили, в принципе. В этом году проект «На старте» стал победителем городского конкурса молодежных проектов и инициатив «Саров молодежь». «На старте» дает возможность семьям с детьми от 6 лет познакомиться с различными направлениями спорта посредством бесплатных спортивных мастер-классов, попробовать себя в том или ином виде спорта, узнать специфику занятий, физической подготовки и просто активно провести досуг, может как ребенок, так и взрослый. Зачастую семьи как бы хотят вроде бы ребенка записать в секцию, но не знают в какую, как это будет, какие тренеры будут, как проходит занятия. Все это настолько абстрактно. А когда ты имеешь возможность посмотреть это вживую, это очень привлекает. Ты приходишь и ты видишь, как это происходит, ты видишь, как работает тренер. В рамках проекта уже прошли мастер-классы по настольному теннису, лыжам, пулевой стрельбе, спортивным бальным танцам и фитнесу. До сентября организаторы планируют провести еще несколько занятий по футболу, плаванию и бадминтону. Сегодня я впервые посетила это место вместе со своим сыном. Нам очень понравилось, конечно. Ребенок доволен, напрыгался, набегался. Безусловно, это в первую очередь полезно для здоровья каждого ребенка посещать. Не обязательно, возможно, батутный центр, но все виды занятий спортом очень полезны. Узнать расписание занятий можно на сайте молодежного центра или в группе ВКонтакте, а также по телефону 99-112. Светлана Ярунова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.